Продолжая нашу трансляцию, я пока осталась одна, расскажу о своих впечатлениях. Очень интересный форум, очень много необычных площадок, которых я раньше не видела, даже не слышала о таких. Примеры вот только что были перед вами, особенно вот этот вот Bitstop Business. Это было для меня даже открытием. Хорошо, мы для палаты взяли координаты, будем сотрудничать. Кроме того, кроме площадок, которые интересны по маркетингу, по новым идеям, ну, слышали про транспорт, были еще медицинские площадки, медицинская площадка, была площадка набора персонала с ролевыми играми. Ну, в общем, я думаю, что мы съездили не зря. Сейчас кого ждем? Сейчас мы ждем вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты Белова Вячеслава Артуровича. Надеемся, что он скоро к нам присоединится. Он пробегал мимо тут. Так он пробегал, сказал, что это. Пока мы ждем, расскажите, как происходит взаимодействие с Пермской палатой? Ну, могу даже рассказать немножко больше. Сегодня, кстати, Вертикамское ТПП отмечает свое 25-летие, но не юридическое, а дату первого экспертного заключения для предприятия Вертикамского региона. Сегодня же вот этот вот это наша трансляция, она у нас тоже юбилейная. Это сейчас мы вместо десятый.